Ох, ну, у нас, мне кажется, неправильная ситуация с мигрантами. Их очень как-то слишком много. Не потому что они... Много в том плане, что у нас, можно подумать, в России с безработицей типа все хорошо, да, у нас тут безработных нет, все пределы, да, и поэтому нам надо сюда завозить иностранцев, чтобы они работали, потому что мы уже все такие зажрались, нам уже только подавай на какой-нибудь интеллектуальной работе работать. Но это вовсе не так. На самом деле у нас масса безработных людей живет в стране, которым надо давать работу. И почему надо привозить людей из-за границы, когда есть свои? Да, вот в этом смысле. Во-вторых, если они еще мало того, что они сюда приехали и не работают, а тогда что они здесь делают, да? Они, ну, непонятно, их много, они говорят на чужом языке, у них своя какая-то субкультура там, и неизвестно, что там может произойти. Как бы. Конечно, за ним надо как-то так наблюдать. И по большому счету все-таки надо своим давать работу, своим работать.